Так, вот она, яблонька. Такие яблочки. Такими дольчиками, чтобы получилось как повидло, надо сразу их варить. А если хотите целые яблочки, то их песком засыпали. Это следующая серия. Маленькие. Яблочки свои собрали с огорода. Примерно так режется. Яблоки поспели. Черные зерна. Черные вырезаем. Червяк тоже. Значит, хороший яблок с червяками-то. Даже если зернышки попадутся, ничего, еще вкуснее будет. Еще один яблочек добавить на полкило. Сама смотри. С червяками. Яблоки хорошие. Не магазинные. Вот примерно столько. Берем кусок. И половину высыпаем. Так яблоки засыпали. Половину оставили. Вот. На тихий огонь ставим. Воду не добавляем. Сейчас как это и помешиваем. Еще чуть-чуть водички добавить, чтобы сок дал побыстрее. Можно чуть-чуть водички добавить. Прям полстаканчика водички, чтобы сок дал. Чуть-чуть, смотри, водички, чтобы быстрее сок делать. И помешивать. У меня насильно магнит. Быстрее сварить. Так помешивать надо. Как сахар растворится, закипит, и 5 минут, и все, и готово. Ну и тоже яблоки варится.
Делаем тихий огонь. Серега, 5 минут, наверное, не получится. Варим 5 минут. Аромат по всей квартире яблоками. Не надо меня щелкать. 5 минут, чтоб кипело. Яблоки готовы. Хлюпает, прям хлюпает, готово. Включаем. Теперь даем чуть-чуть остудить и выливаем в банки. Мед получился. Снимем яблочко. Приятного аппетита!